Почему продюсер Мария Погребняк решила покончить с самым наслышанным тиктокерским домом этого лета? Какое наставление дал блогер Илья Милохин для тех, кто играет в PUBG? Сможет ли зачитать рэп по своей телефонной книжке Саша Стоун? Откуда близняшки Твин знают главные лайфхаки ТикТока и за что блогеру Зели раньше постоянно давали подзатыльники? Уже завтра в 18:00 по московскому времени. Звездомания, Юнпресс.